Псковский аэродром атакован украинскими беспилотниками. ВСУ нанесли удар на расстояние более 600 километров. В результате атаки горят российские самолеты Ил-76. По предварительным данным, пострадало как минимум 4 самолета. Также в районе аэродрома сильно горит топливная база. Напомню, что аэропорт Кресты является аэродромом совместного базирования как гражданских, так и военных самолетов. По словам оккупантов, аэродром атаковали по меньшей мере 20 дронов. Беспилотники над базой до сих пор пытаются сбивать. На небе видно только трассеры от российского ПВО. Над городом стоит вой мигалок и сирен, и такое ощущение, что на пожар летят все пожарные машины города. Я же сказала, это беспилотник! Объясняю. Вот там у нас Черюхинская военная база. И там туда летят ракеты от украинцев. Сейчас никакой ненависти к ним. У нас работает ПВО. У нас сейчас работает ПВО. Вот. Вот, полицейские, пожарные едут. Вот, вот оттуда. Лёх. Слева направо едут, в сторону Черюхи. О! Опять. Я тоже я так тоже хочу блядь. Посмотреть. Поехали сейчас на велосипедах туда. У нас там уже... Тихо. Это там машин едет. Вон у нас все, вот. О. Я за... Там сирен, да? Туда, наверное, уже машин 6 уехало. Кресты горят. Там где-то еще что-то слышно где-то. Вот. Ну там нормально прилетело по крестам сейчас. Там машины едут. Добро пожаловать 24 февраля, товарищи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.